Одни водоисточники из проверенных оказались неисправны, к другим просто не подобраться. Пожарные вынуждены вместо тушения пожара прокладывать магистральные линии к месту ЧС, пересекая дороги, мешая движению транспорта или вовсе осуществлять подвоз воды. Что из себя заключает противопожарное снабжение? Это техническое устройство, которое находится, как правило, под землей, запорное, и оно должно содержаться в исправном состоянии. У нас есть еще реки. На территории города очень много рек. То есть точно так же главы администраций сельских поселений должны содержать исправное состояние подъезды к данным водоисточникам. Ответственность за исправность источников наружного противопожарного водоснабжения несут руководители и собственники объектов. Например, в многоквартирном доме это управляющая компания, в торговом центре его директор. За состояние подъездов к рекам, где пожарные могут набрать воду в случае возгорания, в том числе главы районов и сельских поселений. В условиях особого противопожарного режима, который сейчас действует в Сочи, суммы штрафов для юрлиц увеличиваются до 400 000 рублей.